И снова здравствуйте, всем привет. Эта фраза звучит в каждом начале ролика. Откуда она взята? Ну, это анекдот, когда бабушка заходит с котомкой в Пятерочку, набирает продуктов, подходит к стойке, и там стоит продавец и говорит: «Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Чем будете расплачиваться?» Бабушка лазит по карманам и говорит: «О, деньги забыла». Он такой: «Вот, вы вот ходите, и так деньги забываете». Она потом: «А карточкой можно?» Он: «И снова здравствуйте». Как-то так. Так, давайте в этом ролике сделаем именно вот эту вот анимацию волоса. Выбираем Object Mode, выбираем волос, N панель, Screencast Key. Так, пока арматуру можно отключить. Добавляем первое, что add латик. Поднимаем так единицы на numpad. Поднимаем латик, значит, к голове, к волосу. Ссылку на канал, с которого все взята информация, я кину в описании. Можете посмотреть в оригинале. Я просто пробую, как это все дело можно сделать. Вот тут плечи у меня и волос подлинней, там волос покороче. Ну, посмотрим, вдруг получится. Так что это как эксперимент, это не урок. Да у меня вообще уроков нету, это конспект с множеством информации, взятой с YouTube и из других источников. Итак, все, латик мы поставили, теперь выбираем волос, заходим With Paint, создаем Vertex группу. Так, вспомни, где она тут создается. Создаем Vertex группу. Теперь выбираем вот этот инструмент Gradient. Вверх вот так вот поднимаем. Это вот будет сильно вот цвет. Давайте поставим наполовину на 50. Liner. Потихоньку. Вот так все это дело от тела проведем. Для эксперимента, я думаю, вот этого действия будет достаточно. Так, группа создана. Заходим в Object Mode. Опять же выбираем волос. Находим модификаторы. Находим модификатор латик. Ставим латик и ставим групп, вот эту группу. Следом что делаем? Выбираем наш вот этот латик. Опять же заходим, заходим в Edit Mode. Выбираем верхние вот эти вершины, чтобы все выбрать. Перейдите вот в эту функцию. Так, вот это дело можно, вы видите, что включает, выключает прозрачность. Такая штука. Создаем группу. Так, где она? Вот она, латик. Vertex группа плюс. И назначаем ее Assign. Ну, чтобы она была привязана. Так, следом в Object Mode. Так, что у нас тут? На чем я остановился? Так, теперь вот на этот латик назначаем физику, это soft body. Находим на soft body, значит, global cache, это запекание. Вот это год. И ставим вот эту группу именно латика. Так, что у нас тут по настройкам? 500, 700. Send Edge. Давайте тут еще группу поставим. Так, это пока не буду ставить. И привяжем наш вот этот латик именно к костям. Выбираем латик, выбираем кости, заходим в Pose Mode, выбираем кость головы. Ctrl-P. Это значит Bone. А ну-ка, включаем. Ну, вот уже
Это-ка что-то. А ну-ка, смотрим, как это дело все выглядит. Во, нормально, а что? Так, теперь опять видимость всех деталей. Заходим в Object Mode, выбираем латик. И что тут еще можно? Значит, симуляция 1000. Может, поменьше попробовать поставить. Ну, тут 500-500, это классик. Давайте на единицу дамп 500, push, lens, так, коллизию давайте поставим, чтобы об голову, наверное, стукалось. Ну, тут сквозь плечи проходит. Так, во. Уже здесь, значит, нужно уменьшать. Вот сильно она. Значит, сильновато она вот это амортизирует. Амортизация-то где у нас? Спид. Давайте спид поменьше. Вот почему-то она вниз опускается тогда. Давайте я переведу сейчас все это дело. Преференции, интерфейс и поставлю на русский. С английским у меня плоховато. Значит так, затухание 500. Отталкивание 500. Затягивание 500. Пробуем уменьшить затягивание. Поставлю-ка я, так, 50 кадров. О, сильновато вот это натяжение идет. Так, это значит отталкивание. А ну-ка, если отталкивание больше. Нет. Так, а если отталкивание 100? Нет. Цель. Ребра. Это у нас скорость. Еще можно уменьшить. Давайте до 200. Ну, вот как-то так, да? Так, объект, симуляция. Симуляция у нас скорость уменьшена. Трение. Давайте трение поменьше поставим. Масса 1 килограмм прибавим. О, еще прям побольше. Контрольный гроб. Так, а если ее... Допустим, при анимации это перевязать. Сейчас посмотрим. Прописываем А и локрот. И допустим на 50-й кадр. На 50-м кадре давайте пусть она головой помахает, да? Так, сначала на 20-й поставим G. Так, почему-то этот латик вместе с ней не ходит. А ну-ка, если я сейчас опущу. Хотя латик привязан именно голове, но почему-то он как бы отвязан, да? Object Mode, выбираем латик, выбираем кости, Pose Mode, Ctrl P, кисть,
Вот он почему-то постоянно двигается. Может, нужно этот латик еще прописывать потом. А ну-ка. Так. Postmod. NG. Да нет, не получится. Так, а на 17-м G. Локрот. И на 50-м R. Ну как-то так пусть повернется. А, и локрот. Волосы движутся, да, но что-то не то. А ну-ка. Выбираем, значит, опять латик и будем сейчас экспериментировать. Ребра. Во, ребра отключились, уже сверху он падает. Цель отключен. Он тогда вообще падает. Отключим группу на ребра. Так, подключим группу на ребра. Затягивание по нолям. Так, это точка 2. Затухание, изгиб, длина. Ну, длину надо уменьшить. Давайте вот так. Эта длина меньше не становится. Грань. Аэродинамика, простой, подъемная сила, побольше. Жесткость. Самостолкновение среднее. Максимальная. Так, 49 метров. Вот увидите, как можно сделать вообще, чтобы волос там при анимации больше меньше делался. Но тут прописать его нельзя. Пропишется жесткость вот внизу. Так, если до минус поставить. О, на минусах уже как-то получше работает размер сфер. Так, давайте. 0,9 метра, но уже пойдет. Жесткость чуть-чуть уменьшим. Затухание. Так, затухание побольше поставить. Это оно вытягивает одинаково. Я не вижу изменений. Решатель какой-то. Минимальный размер 4, максимальный 3. Предел автомат отключим. Так, диагностика, что тут еще будет, выводи консоль, HTML Transform, помощники, заполнение нечеткое. Так, гравитация.
О, гравитацию поменьше, коллективная, это коллекции не надо применять, на сила чуть-чуть поменьше, вихрь поменьше, нет, давайте побольше, магнит есть, гармоничный, ветер полный, вдоль кривой. Это вот когда набежать будет, уже тогда вот столкновение надо ей поставить. Это значит столкновение. Так, она... А на персонажа поставим динамическое рисование, что тоже столкновение. А ну-ка. А ну-ка. Во! Вот она уже лучше. А ну-ка, если мы сейчас... Ну, тяжеловато, конечно. Значит, если мы на волос... Так, на волос у нас стоит... Что у нас тут стоит на волос? О, тяжеловато ему. Так, это у нас кто тут? Волос. На волос ставим... Убираем столкновение. Опа-на. И тут у нас уже началась тяжелая штука. Ну, хотя вы видите, что волос уже хоть как-то сопротивляется. Проницаемость. 0, клейкость 0, а ну-ка, во, вот эта штука. Уже хорошо, но для моего ноута она тяжеловата. Хотя вы видите, что волос уже начал и сзади, и тут двигаться. Если сейчас параметры поднастроить вот этого растяжения, то будет зашибись. А ну-ка, ставим на паузу. Столкновение вроде хорошо работает. Отключим, значит, и тут столкновение. Смотрим теперь, что все, когда отключено, начало работать. О. Вот теперь заработало. Хотя она еще проникает, но это можно подправить именно вот этим латиком, наверное. О, аж растянуло этот латик почему-то. О, уже нехорошо. Это надо его, наверное, в режиме редактирования теперь немножко что подредактировать. Ну, вот так как-то поднять эту штуку, как бы в бок увести эту штукенцию. Можно не трогать. И заднюю вот эту часть. Так, что он тут вылазит? А ну-ка. Объект. А если его еще прописать? Вот этот латик.
Значит, что делаем? Выбираем латик и жмем на первом кадре, допустим, и лок рот. Потом на 20 кадре мы его уведем, ну, как бы в бок, наверное. Можно даже побольше. А ну-ка, я вообще не вижу, что тут происходит. Ну вот, вот так вот, если его водить. И лок рот. Смотрим, что получилось. Ну вот уже как-то это. А ну-ка, на этом кадре. И лок рот. Во, это сильновато, значит. Вверх я увел сильно. Так, убираем вот этот кадр. Да, сильно вот это искажение у нее идет. Проницает в эту. Ну, таким же образом, в принципе, можно добавить сюда кости на прическу. И просто костями это дело подтягивать, ну, создать вот эту вот такую же волну растяжения. Ну, чтобы вот верх не трогался, на две косточки, допустим, вниз. Здесь вот с этого бока косточки поставить, с этого. И сзади так, чтобы, ну, положить кость одну, чтобы можно было волос приподнимать и по плечам прогонять. И в принципе тоже будет интересная штука. Так, это получается, если это все удалить, а ну-ка, на каком тут глюк пошел. Так, вот на этом кадре, на 20-м. На 20-м кадре пошел глюк, значит, мы его немножко так отведем и положение, поставим, значит, R, G, I, вращение. В принципе, ничего, так нормально. Живучая система, можно ее латиком использовать. Если даже не использовать вот эту штукенцию, я так понял, а ну-ка раз. Можно просто латик подключать. Где он тут? Так, так, так. Вот он, латик, группа, модификатор. Что тут? Переход. Решетка. Ну, просто к голове привязываем. Даже можно без вертикс группы. И потом побольше сделать здесь вот этих ребер. Ну, подразделить вот этот латик. Оно получится его подразделить. Если мы сейчас зайдем в режим редактирования, английское А. Так, давайте правой кнопкой мыши. Симметрия, привязка, отразить. Сделать регулярным. Решетка, привязка, трансформация, симметрия, выделение. Нет, латик, по-моему, не подразделить. А ну-ка, если английская К, нож. Нож его тоже не берет, не режет. Это не суть вопроса. Возможно, его нужно как-то поменьше тут. Как-то вот. Ну вот, можно руководить вершинами и прописывать чисто вершины, привязать к голове и уже прописывать вот эту часть. Вот, допустим, я раз задрал ее вот этими нижними, в принципе, получится. И так, это значит, и так не прописывается в режиме редактирования. Ну теперь, и ух ты.
не АИ, а просто И доступные, допустим. Да. Так, а здесь на этом кадре это значит G, Enter, Ctrl Z. Вершину выбираем G. Она изменяться, наверное, не будет. А ну-ка, И. Не меняется. Латик изменен, а сама система не меняется. Так, это значит Delete. Вот со столкновением она мне больше понравилась, как работает, если на тело столкновения. Но для моего ноута это тяжелая штукенция. Ну, по вершин вот это можно поставить. Так. Группа вершин. И так, что еще можно сделать? Да, в принципе, ничего, да? Я не вижу, где тут столкновение. Вот ключи формы можно поставить. Основной, допустим, раз. Ага. Так, относительный. Это дальше. Ключ один. Режим редактирования. И тогда поработать ключами надо, да? Так, это ключ. А, зачинение не пойдет. Минимальный диапазон. Не работает с латиком такая штукенция. Так, поставим, значит, что у нас тут? Точка 1. Коллекцию нафиг. Ну вот, пластичность добавил, вроде меньше стало падать. Почему-то только сверху вниз движется. Ну, возможно, это будет когда анимация, и надо вот такую штуку попробовать уже к анимированной присоединить, тогда будет уже, наверное, более понятно. Но еще один вариант, все-таки я попробую эти кости сюда прикрепить, и один вариант хочу попробовать именно вот этими, как их называют,
шибки сделать. Вот это ключи формы. Вот такая информация. Ссылку на оригинальный ролик оставлю в описании. Все, всем пока, до свидания.